Не знаю, мне очень понравилось. Конечно, да, конференция не какая-то не такая супер большая, как, например, какие-то там хайлоуды в Москве, но при этом она очень уютная, я бы так это назвал. Получилось познакомиться с кучей новых людей интересных, со спикерами, с участниками конференции. Изначально казалось, что из-за того, что она распределена по разным хабам, то это будет не очень прикольно, но на самом деле так даже получилось посмотреть город, поездить кому-то в гости на разные треки, познакомиться с новыми людьми. Кажется, что это даже на удивление получилось интереснее, чем если бы это все было в одном каком-то там холле, да, в каком-то одном помещении большом, в котором все бы там варились сами в себе. Вот, очень прикольно, понравилось. Прикольно, что очень много молодых ребят, которые как раз-таки выбирают, чем они хотят заняться. Это тоже прикольно, вообще классно, потому что, ну, наверное, опять же, варясь там в своей среде, там, со своими друзьями, знакомыми, такого встречаешь не часто, а приехав сюда, это прям очень прикольно, что действительно много ребят, да, там и студентов, и вчерашних студентов, и вообще в целом просто много молодых ребят, которые выбирают свой путь в IT, и это вдохновляет.